Синеген, хромвитал. Я его продукты обожаю. Вот здесь, видите, пеколинат хрома. Хром – это тот микроэлемент, который очень важен для правильной работы этой поджелудочной железы, правильной адаптации. То есть, если мы чаще даем организму избыток сахара, это много кушаем сладкого, печеные торты. Я удивляюсь, когда мамы дают утром на завтрак торт. Я удивляюсь, говорю, боже мой, что она дает своему ребенку? Он же это посадит его поджелудочную железу. Это как бы ножницы он срезает утром. Никогда натощак не надо есть сладкое. Это очень большая нагрузка на поджелудочную железу. А вот хром, ну если вы, мы же женщины, мы любим сладкое, вкусно поесть, мы сами печем и это все употребляем. Я это понятно, но если вы будете это, пить хромвитам, то есть вот этот хром снимает тягу к сладкому путем нормализации глюкозо-инсулинового баланса в поджелудочной железе. То есть, одним словом, регулируя работу поджелудочной железы. Кстати, почему здесь пиколинат? Он очень хорошо усваивается. В обучении Prevent Age так и сказали. Самый лучший хром – это в форме пиколината. Я сижу такая счастливая, гордая, что в нашем хромвитале это есть. Кстати, многие не могут это себе позволить, потому что это все требует средств, трудоемкое или это качественное сырье и так далее. Кстати, наш это хромвитал, пиколинат хром, это самый лучший, биодоступный, хорошо усваивается. Синергия. Что это такое синергия? Они совместимы с друг другом. Увеличивает это организм выносливость, это нормализует артериальное давление. Я даю тем людям, которые это повышенное артериальное давление, они никогда не повышают артериальное давление. Раньше было такое мнение, что он повышает. Нет, он не повышает, он нормализует. Это повышенное снижает, пониженное приводит в норму. Хромвитал. Здесь есть элюприкок, это тоже вот адаптоген организма. Это повышает его устойчивость к внешним окружающим среды, активизирует центральную нервную систему, стимулирует двигательную нашу активность. Сегодня есть такое понятие синдром хронической усталости. Есть такой диагноз уже ставит. Все устают утром, просыпаются, приходят на работу и начинают зевать или там голова болит, устают, ничего не хочет делать. Это самое. Носите с собой хромвитал. Утром сразу выпейте две капсулы и на весь день вы бодрый. На весь день вы работоспособный, ваш начальник очень довольный, это вы сами счастливый, работоспособный, вас повышает в зарплате, вас повышает в карьере, потому что вы всегда в отличной форме. У вас всегда умственная деятельность высоко, IQ высоко, энергичнее, потому что ваш организм в синергии получает все то, что нужно для вашей работоспособности, умственной и физической работоспособности. Вот органический спирулина – это вообще кладезь микроэлементов, кладезь аминокислот нашего организма, который это вообще, это, знаете, это шедевр органической спирулины, который есть на нашем хромвитале. Его это эффект это неисчерпаемый, это эффект вообще великолепный. А гуарана, кстати, вот это растение тоже, он энергосжигающий, простите, жиросжигающий эффектом он обладает. Гуарана нормализует работу нервной системы, видите, от жировых отложений на теле, это устраняет чувство голода. Вот как он это делает? Он сжигает жиры в организме. Так, вот свелформ. Сегодня очень много. Кстати, в 19 веке, оказывается, было модно, это избыточный вес. Много, это избыточный вес, это как называется, тучные люди, их это аристократы, это, как вам сказать, в 19 веке это, среди аристократов было модно быть упитанным, то есть толстым. Это клуб пиквикского синдрома, оказывается, называлось. Почему? Потому что они вот сидели, сидели, и раз у них мозг отключается, они начинают храпеть и засыпают. Оказывается, в это время мозг не получает кислород. Есть такой был клуб, и потом выяснили, что это метаболический синдром, вот замедленный метаболизм, замедленный обмен веществ. Поэтому
Сегодня толстеть нельзя, избыточный вес очень вредит, но как же так? Все равно же человек, независимо от этих диет, все равно он поправляется. Он говорит, я пью воду, все равно я поправляюсь, потому что это нарушенный метаболизм, замедленный метаболизм, это обмен веществ. Вот свелтформ все это приводит к нормам. Удивительный состав, удивительные свойства, удивительные действия. Я его считаю личный диетолог. Он личный диетолог, он препятствует накоплению жиров, которые поступают с пищей. Но для обмена веществ нужны жиры. Он берет жиры, с которой здесь мы накопили, в бедрах, в животе и так далее. Эндогенный жир. А экзогенный, наружный жир, он сразу перерабатывает и сразу выводит из организма. Он не даст накоплению вновь поступившим жирам. И это дальше он вызывает эффект сытости. Следующий его это самое. И человек это сам начинает меньше кушать. И у него есть микроводоросли, как раз-таки свелтформ для щитовидной железы очень хорошо помогает, для печени очень хорошо работает, снижать вязкость крови, помогает в комплексном подходе оздоровления сердца и сосудов. И вот здесь вот распространенность избыточной массы тела населения различных стран. Сегодня, кстати, у детей это идет, это все, это наша пища, то, что мы кушаем, фастфуд и так далее, больше углеводов. Кстати, мы толстеем, избыточный вес не от жиров, наш избыточный вес от избыточного потребления наших углеводов. И вот наши углеводы что делают? Они потом превращаются в жиры. А если человек меньше из-за диеты меньше кушает белка, автоматически организм, мозг требует для энергии углеводов. И они начинают кушать больше сахаров. Вот эти сахара потом превращаются в жиры, и человек набирает вес. С фиротвором это он помогает. Без лишних диет, без личных потасовок, без личных напряжений, без личных голодовок. Вы просто пейте это самое. У вас стул будет нормальный, лицо будет это самое сиять. Желудок не будет беспокоить, желчный пузырь у вас не будет беспокоить, застой с желчи. Это как его уходит. Кстати, застой желчи – это очень плохо. Оказывается, сегодня выяснили, многие причины бесплодия – это застой желчи. Многие же это, многие. А вот именно заболевания, кстати, заболевания даже вот щитовидной железы – застой желчи. Поэтому надо беречь. Поэтому не дать возможности, чтобы в желчном пузыре накопилась желчь, густела и превратилась в камень. Поэтому ешьте свертволом в день одна капсула на 10 килограмм, если у вас избыточный вес. Ешьте, пейте, получайте удовольствие. И всегда у вас будет отличная форма, вес и так далее. Вот экстракт горчицы камбоджийской. Кстати, когда вы начинаете худеть, вес сбрасывает, организм чуть-чуть испытывает это самое, как называется, утомляемость. Вот это состав свелтформ и эту проблему решит, вас тонизирует, активизирует, это утомляемость у вас это самое незаметно будет. Фокус пузырчатый, который я уже упомянула, который набухает желудки и эффект сытости он у вас. А вот зеленый чай это тот и адаптоген, тот тонизирует, при котором, когда вы начинаете это снижать вес. У меня было 84 килограмма. На втором месяц приема я начала сбросить 3 килограмма с тех пор, машаллах, с 98 года по сей день у меня вес 70 килограмм. Я 6 месяцев принимала это самый свелтформ, 6 месяцев беспрерывно. Сегодня я это продукты принимаю периодически, когда я чувствую, что на моем организму это нужно, потому что вся эта программами мы это пейте, и все приводится в норму, потом вы это будете поддерживать. Поэтому свелтворм, я его обожаю. Так, вот здесь тоже, вот видите, здесь тоже пеколинат хрома. Хром тоже очень хорошо помогает при сбросе веса, но еще он очень хорошо помогает поджелудочной железе. Он очень хорошее питание, свелтформ, очень хорошее питание для поджелудочной железы.
для щитовидной железы, для надпочечников и, это естественно, для желчного пузыря, и он снимает нагрузку на печень. В течение дня печень вырабатывает около 2 литров желчи. Если вы будете утром ничего не кушать, спешать на работу и только кофе, запивать кофе, это очень плохо. Это нагрузка на вашу печень, на ваш желчный пузырь. Поэтому в любом случае вам надо завтракать. Есть жирная пища, тоже должен быть в вашем рационе. Безжирная диета у вас приведет к образованию камней, потому что желчные кислоты, их работа, это самое, как называется, обработать эти жирные кислоты. Поэтому все взаимосвязано, все должно быть в балансе. Белки, углеводы, жиры, все должно быть в балансе.